Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале «Авторынок Зеленого угла Владивосток». С вами я, его бессменный ведущий Дед Мороз. Может быть, когда-нибудь мне появится соведущий. Все может быть, но не знаю. Естественно, подписавшись на мой канал и начав смотреть это видео, вы уже обязаны поставить лайк, написать комментарий, потому что я сегодня, сейчас иду в автоцентр Nissan. В России есть такая пословица: купил Nissan, с ним сам. Но, как говорится, не так страшен Nissan, как его малюют. Nissan Intelligent Mobility. А как он открывается? Непонятно. Такая прикольная машинка. Машина будущего. И там я вот вижу уже отсюда есть такой необходимый каждому человеку вентилятор. Давайте посмотрим, что у нас вообще здесь есть. Там у нас обслуживают машины, да? Смотрим, что обслуживают. Ну, короче, ничего интересного. Ничего интересного. Nissan U-Cars. Бэушные машинки. Давайте посмотрим цены. О, зонтик Nissan фирменный. Так, смотрите. У нас тут есть Nissan Note, я так понимаю. Да, Nissan Note. Электрический. Что-то у нас, видите, чуть-чуть двери здесь. Вот это врезались. Цена у нас 1 580 000 йен. Что где-то 600 закрыто. 600 тысяч рублей, чуть больше. Здесь у нас тоже самое. Тоже 1 600 000. 1 600 000. Что-то все у них. 1 600 000. Короче, малолитражки, да? У них одинаковая цена у всех. Здесь у нас Nissan X-Trail. 2 миллиона 10 тысяч. X-Trail, да? Прикольно. Ну, 2 миллиона йен — это 1 200 000 рублей примерно. В принципе, для нового такого года это даже себе ничего. Тут у нас еще есть такой же, но за 216. Может быть, там комплектация лучше. Ну, может быть. Так, смотрим. Все закрыто, да? Ничего не работает. Эльгранд, да? Комплектация Highway Star. То есть по дорогам ездить большим. У него сзади багажник подбитый потихой. Ну, это не критично. Но вот эта вот линия мне очень нравится. И вообще он так с этой стороны прям очень круто выглядит. В салон у нас не попасть нам. Но, по крайней мере, там вон магнитола, все есть. Вот такой вот Эльгранд, грубо говоря. 1 200 000 тоже получается. Рублей. Опять же, по сегодняшнему курсу, это без учета растаможки и других платежей, когда вы на территорию России захотите перевезти машину. К сожалению, у нас в России это будет дороже. 1 800 000, да? 1 900 000 округлим. Это у нас сирена. Тоже комплектация Highway Star. Там тоже сирены стоят. Я так понимаю, они тоже по этой же цене. 203, да? 203. Здесь у нас 248, 2 500 000. Ну, это где-то 1 600 000 рублей. Сирена, но это уже какая-то, видать, новее, чем та. Вот у нас на чем ездит работник. Это, может быть, на продаже Nissan Fuga. Тут у нас Nissan Juke. Ну, ничего не... Вообще там разобрат, я вижу, да, у него здесь. С этой стороны все разобрато. Там
нету панели на стойке. Вот, ну, в принципе, вот такой вот ассортимент. Вон Тиана стоит, да, Лингроуд старый, Nissan Тиана. Сколько за Тиану у нас берут? 1 400 000, 1 500 000 йен. 1 500 000 йен — это где-то 1 350 000 рублей. Здесь уже это дороже. Наверное, год новее, или что, пробег меньше. Но цена гораздо больше. Так, 890 000 йен. Это, кстати, где-то 400-500 000 рублей. Nissan Note такой за 500 000 рублей. Sylphy, да, это или что это? 990 Latio. Tiida, да? Tiida. Ну, грубо говоря, тоже 550 000. Тоже Tiida. Короче, ничего интересного. Nissan, если честно, что-то не радует. Какие-то машины у них, знаете, ну, малолитражки, Nissan, базара нет, можно посмотреть. Ну, вот Эльгрант можно, да, но Тиана новая, вот, чисто внешне. Потому что, по сути, все машины уже одинаковые, там запчасти у всех одинаковые. Что Subaru, что Toyota, друг другу запчасти все подходят. Уже все давно друг с другом скрестились. Поэтому машину только, по сути, дизайн выбираете. Поэтому, ну, тут на вкус и цвет товарища нет, естественно. Давайте теперь зайдем внутрь автосалона и посмотрим, что же там. Вон еще подъехала малышка. X-Trail на обслуживание, масла, что ли, меняют. Так, тут у нас новости. Прайс. Car прайс. Сейчас. Тут везде у нас конфетки. Лимонная. Еще какая-то. И везде здесь у нас, видите, руки, чтобы помыть, обезвредить. И вот у нас Innovation ZX Sites. Инновации взволновывают. Тут тоже по обслуживанию фильтров салонных всяких. Вот. Do you have car price? Price. Like GTR price. All cars together. Stop. Price. Что-то он не понимает меня. Допустим, Nissan Note. Каталог. Каталог. You have каталог. Каталог of cars. Момент. Вот. Leaf. Смотри, вот это. Leaf Note. Leaf Note X-Trail. All together. Leaf Note X-Trail. And price. Да, да. Потому что так. GTR, Far Lady, все есть. Просто так мне по одному их рассматривать, это, конечно, не подготовились они, не подготовились. Вот Note 2100 в месяц от 16 000, вот 18 000 рублей. И Dice, вот такая Dice дневная, 8 000 в месяц. Если сейчас не получится, буду на Google Translate переводить. Ну, такая вот она пустая, видите, там джойстик этот чик-чик-чик. Сейчас, короче, ребята, если не получится, будем Google Translate пользоваться в телефоне. Ну, GTR, вот мне, если честно, GTR интересует. Такая книжечка красивая. Спасибо. GTR, видите. Ну, короче, какая-то книжка. Ничего, ни цен, ничего нету вообще. Ставлю не вот этому автосалону. Ребят, в этом автосалоне ничего не надо покупать. Как Станислав Коваленко, да? Рынки.
исследую. Сейчас будем делать. О, каталог. Каталог. О, да. Каталог жить. А, окей. Окей. Так, ребята, что мы, значит, с вами смотрим? И new line up. А, свежий, да? Nissan Note. Nissan Note есть у нас. Price. Nissan Note price. Nissan Note price. Кура 150 тысяч. Вот от 250 до 200, от 200 до 250. Вот у него, видите, уже такой джойстик идет. У него он это размечает полосы, дистанцию до Nissan Intelligent Driving. Так, вот человека может не сбить. В принципе, тут у нас тоже самое нот. E-Power 4 WD. Так. Так, здесь у нас Nissan Leaf новый, да? Nissan Leaf от 300 до 350, да? Запас хода 400 километров, но мне слабо верится, если честно. Тут у нас X-Trail. X-Trail тоже от 200 до 350. Fair Lady от 400. GTR. Pure Edition. Пердишон, да? Good price. Так, ребята, на Nissan GTR, смотрите, цена начинается вот от 10 миллионов йен и заканчивается 14 миллионов йен. Ну, собственно говоря, здесь от 10 до 4, ну, до 13 900. И у нас в России, да, то есть это примерно 6 миллионов рублей. У нас в России 7 800, 8, я видел цены. Это 2018 год уже все. И это Pure Premium Edition, Black Edition. Ну, по сути, она ничем не отличается, только отличаются колеса. Так, здесь Nismo 4 WD, здесь уже поинтереснее. Здесь она 12 миллионов стоит. Тут у нас всякие чехлы, коврики за 70 тысяч рублей, регистратор за 20 тысяч рублей. Ну, так, да, хорошая. Интересная вещь. Я себе, наверное, вот эту штучку заберу. Так, повешу. Так, здесь у нас Fair Lady. Fair Lady получается 2 миллиона 400 начинается цена. Тут у нас Сима и Фуга. Фуга уже как Infiniti, видите, идет. Фуга начинается 4 миллиона, ну почти 4. Сима от 8. 5 миллионов рублей. Здесь у нас Skyline тоже у меня был на обзоре, он уже идет как Infiniti. Чуть-чуть отсвечивает. То есть такой новый идет от 4 миллионов йен. Это 6. От 2 миллионов 400 тысяч. Skyline хороший. Тиана мне не очень. Силфи. Кьюб у нас от 150 до 200. Марч у нас новый от 100. Кстати, стоят они дорого. 120 где-то. Это 600-700 тысяч новый марч. У нас Эльгранд, да? Ну, Эльгранд я вам снял. От 3 миллионов здесь начинается. Джук. Джук идет от 1 700 000. Ну, 1 000 000. Где-то 800 идет. Ну, это где-то 6 миль. В принципе, цена адекватная. Вот Джук Nismo. Вот видите, здесь можно GTR Nismo, Fair Lady, Z Nismo, Leaf Nismo, Sirena Nismo, Джук Nismo. Здесь характеристики все у них. Марш, да, даже можно марш Nismo взять. И ноут Nismo. Ноут Nismo я уже снимал, кстати. Тут идет у них караван. Бизнес-лайн, бизнес-кар-лайнап тоже чисто идет отсвечивать. Идет для бизнеса машины. Вот от 200, кстати, караван от 200. От 1 200 000 рублей караван стоит. Nissan AD. От 1 500 000 получается. Йен. Ну, неплохо. А караван 1 200 000 рублей. То есть 200 тысяч йен это 6,2. Ну, где-то да. Так, в принципе, все. Ну, вот такой вот журнальчик. Лайнап. А дома рек только занимался. Дома рек кто? А, рек? А, рек кто?
Так, друзья, ну я себе вот это возьму на правах, так сказать, авторынка «Зеленый угол». Повешу себе на стенку. Прикольная тема. Такая вот. Поэтому, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. Буду очень рад любым комментариям. Кстати, какая резина? У Nissan Bridgestone стоит. Запомнили, да? В новом автосалоне Bridgestone. Здесь тоже Bridgestone. Такая бричка, если честно. Ну, для города чисто. Малолитражечка такая. Days. Ну, типа дневная, на каждый день. Тоже без музыки все. Время 6:15, уже стемнело. Иду к машине. Ставим лайки, подписываемся на канал, делаем репост этого видео. Друзьям советуем. И пишите комментарии, буду очень рад. Всем хорошего настроения. И помните наш девиз нашего канала: тише едешь, дальше будешь. Особенно на Nissan GT-R.